В Краснодаре собираются усилить меры антитеррористической безопасности. На входах в торговые центры города могут появиться металлодетекторы. С таким требованием выступили депутаты Госдумы, пишут «Известия». По их мнению, после волны терактов руководители торговых комплексов не проявили инициативу по защите своих посетителей. А эти меры становятся особенно актуальными в предновогодний период. Торговые центры являются местом большого скопления людей. Мы могли бы подготовить законопроект или поправки, но их одобрение и принятие займет много времени, а рамки должны быть установлены уже сейчас. Поэтому мы напрямую обратились в Национальный антитеррористический комитет и МВД. Представители краснодарских торговых центров «Галерея», «Узмол» и «Красная площадь» уже заявили, что намерены установить металлодетекторы. Сейчас решается вопрос финансирования. Тем временем пресс-службы комплексов сообщают, что меры безопасности в торговых центрах усиливают во время так называемых ночей распродаж. Число охранников увеличивают вдвое. Но, тем не менее, как только выйдет постановление Национального антитеррористического комитета, в торговых комплексах установят необходимое оборудование.